И вот как-то шел по лесу, увидел, что вдалеке такие, типа, на дереве висят какие-то штучки. Подумал, что за прикол. Может, кто-то себе такое уютное местечко оборудовал. Подошел ближе. А это, оказывается, могилки котиков. Вот, получается, один котеночек. Или на всякие погремушки. Там какая-то тарелочка и второй котичок. И тоже рядом игрушки. Совенки, еще там ангелок. Вот интересно, это одни и те же люди так сделали, или это двое разных? Вот, но ангелки одинаковые. Над ними еще такие вот штучки висят. На дереве. Короче, это такое место, где люди оборудовали, что можно было прийти вспомнить котиков. Ну и здесь они лежат. Хотя сразу далеко кажется, может быть, так что-то, типа, может быть, какая-то, кто-то себе оборудовал, типа, как такой небольшой шалашик. Но на самом деле нет. Это место прощания. Грустненькое местечко.